Друзья, всем привет, с вами Яков. Вот уже накануне старта Лиги Легион компания GGG опубликовала награды, которые мы получим за испытания, собственно, этой лиги. Как всегда, награды мы будем получать за рубежи. Рубежи это 12, 24, ну и 36 испытаний. Ну и в принципе, в этой лиге награды довольно-таки интересные. За 12 испытаний нас ждет шлем монолита. За 24 испытания нас ждет аура монолита. Ну и за 36 испытаний нас ждут крылья монолита. В принципе, как выглядит одно, второе, третье, вы видите перед своими глазами. Если что, компания-разработчик еще и опубликовала трейлер этих наград. Если интересно, можете найти и посмотреть. Все находится у них на офсайте. Шлем и аура выглядят довольно-таки шикарно, и в принципе 24 ачивки можно зафармить. Я думаю, это не проблема. Ну а стоит ли эти крылья выполнения 36 ачив или нет, тут уже решать вам. Тут в принципе как и всегда, кто хочет, тот будет фармить. Ну а что касается тотемов, то тут в принципе без изменений. Первый тотем мы получаем на 19 уровне, ну точнее при достижении 19 ачивок. А дальше шагом плюс 3, то есть тотем будет увеличиваться, 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 вплоть до 40 ачив. Так что вот такая информация, дорогие друзья, имеется у меня для вас в преддверии старта Лиги Легион. Что вы думаете о этих наградах, пишите в комментариях под роликом. Относительно списка заданий лиги, мы их узнаем, естественно, на старте самой лиги. Другими словами, как всегда. А на этом у меня все. Я вас благодарю за внимание, за просмотр. Ну и желаю удачи на старте лиги. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма. С вами был Яков. Пока.